Молодежный форум Иволга проводится по поручению президента России Владимира Путина. В этом году на участие в 10-м юбилейном форуме было подано рекордное количество заявок свыше 20,5 тысяч из 78 регионов нашей страны, а также ДНР и ЛНР. Площадкой проведения вновь стала Фестивальная поляна Мустрюковских озер, но проходил форум в смешанном формате. К трансляциям можно было присоединиться в социальных сетях. На Иволге-2022 прошло сразу два грантовых конкурса от Фонда гражданского общества ПФО и Федерального агентства по делам молодежи. В рамках первого участники подавали заявки по трем направлениям – бизнес-проекты, проекты в сфере государственной молодежной политики и этнокультурное многообразие и единство народов. Победители получат грант до полумиллиона рублей. В рамках Всероссийского конкурса 15 направлений в этом случае на поддержку своих инициатив победители получат до полутора миллионов рублей. Ребята из Мордовии получили поддержку проектов, успешно представленных экспертам грантовых конкурсов в рамках молодежного форума ПФО Иволга и Росмолодежь гранты. Проектами победителями признаны каворкинг «Молодежь Мордовии» Александра Смолина, семейная мастерская Анна Ларькина, серия городских игр «Движение по правилам» Дана Лосева, комплексная программа «Футбол для всех» Ирина Данилкина, Адель Смакаев признан победителем рейтинга смены «Детская Иволга». В церемонии закрытия Иволги принял участие полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он пожелал ребятам, чтобы импульс личного развития, дружбы и стремлений к самореализации, которые они здесь получили, позволил им добиться самых высоких жизненных целей. Глава Мордовии Артем Сдунов отметил высокие достижения наших ребят на Иволге в своем телеграм-канале. Анастасия Целигина Народные новости.